общества, которые на самом деле ценят сильный пол. И часто это не имеет ничего общего с пышным бюстом или умением готовить. Их манит нечто другое. Вам может показаться, что мягкость, уступчивость превратит вас в рабыню Изауру. Умение благодарить мужчину – женское качество, которое выделит вас из сотен других женщин. Чего не любят мужчины? Когда над их головой раскачивается груз под названием «должен», причем должен просто так. Уверенность в себе равна вере в себя. К таким женщинам мужчины тянутся как магнит. Хорошая слушательница. И нам тоже иногда нужно выговориться. Хотя в мужском сообществе такие переживания обсуждать не принято. Но выслушать своего любимого – это то, что мужчины ценят в своих женщинах, которыми хотят построить долгосрочные отношения. Милые, поверьте, если вы знаете точно, чего хотите, и умеете выстраивать свои границы, то мужчина не сможет вас обидеть или вести себя недостойно.